Символ памяти. На Поклонной горе открыли бюст маршала Ивана Баграмяна. Памятник герою Советского Союза Музею Победы подарила Армения. Открытие мемориала приурочили к 120-летию со дня рождения маршала. Баграмян – кавалер семи орденов Ленина, дважды герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной он принимал участие в крупнейших боях. На белорусском направлении руководил Витебско-Оршанской наступательной операцией. В Восточной Пруссии успешно провел штурм города-крепости Кёнигсберг, теперь это Калининград. А в годы войны он считался абсолютно неприступным бастионом немецкой армии. Иван Баграмян – последний из маршалов, который командовал фронтами в Великой Отечественной войне. Мемориал призван напомнить о вкладе бывших союзных республик в Великую Победу.